превосходя Google и Facebook. Компания BitClave объявила об официальном старте краудфандинга 15 сентября 2017 года. Официальный сайт компании сообщает о чрезвычайном успехе пресейла. Компании удалось аккумулировать почти 2 миллиона долларов. Руководит проектом Алекс Бессонов, экс-руководитель отдела безопасности LG Electronics. BitClave создает децентрализованный поиск на технологии блокчейн, способный изменить привычный рынок интернет-рекламы. Они стремятся создать систему без посредников и напрямую связать пользователей с теми бизнес-предприятиями, которых действительно интересуют. Пользователи могут сами зарабатывать во время поиска товаров и услуг, раскрывая себе только ту информацию, которую считают нужной, и получая за это от компании Consumer Activity Tokens – CAT.